Отчитались перед парламентариями и ответили на каверзные вопросы депутатов. На заседании Комитета по социальной политике был заслушан отчет о результатах деятельности за 2018 год регионального министерства образования и науки. Возглавляющий Минобр Наталья Семенова представила развернутый итоговый анализ по всем направлениям деятельности ведомства. Большое внимание в 2018 году уделялось поддержке и развитию дошкольного образования. Благодаря открытию новых детских садов и групп в уже действующих садиках Ульяновска, Димитровграда и Троицкого Сунгура удалось создать более 1000 дополнительных мест для дошкольников. Продолжается работа по обеспечению безопасности детей. В образовательных учреждениях за прошлый год было установлено около 300 систем видеонаблюдения, 17 турникетов и 50 кнопок экстренного вызова. На все антитеррористические меры было выделено более 50 миллионов рублей. Продолжается строительство новых школ, рассчитанных на 1000 учеников. Продолжает строительство общеобразовательной организации в микрорайоне «Искра» на 1100 мест. И первый, и второй объект строятся по федеральной программе. Соответственно, нам удалось привлечь достаточно серьезные средства. Положительных известий из сферы образования предостаточно, но есть и до сих пор нерешенные проблемы. К примеру, депутатов заинтересовал вопрос с заброшенным зданием 43-й школы на улице Севастопольской. Подготовлены на сегодняшний день документы для того, чтобы имущественный комплекс и землю передать в муниципальную собственность. Это первый шаг. Второй. Документы, как мне подтверждает город Ульяновск, находятся сейчас в городском комитете по имуществу. По заверению министра, к 2020 году будет готова проектно-сметная документация на ремонт этой школы. Уже в 2021 здание будет готово. К счастью, учебный процесс для свияжских школьников не нарушен. Они посещают учебные заведения, которые находятся поблизости. В целом, отчет министра, за исключением пары поправок, был принят. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.